Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Это, можно сказать, такой небольшой подкастик, небольшой опросик, немного новостей. Сразу же, что я хочу сказать, сначала, что я хочу сказать, это то, что появились тут небольшие плейлисты, чтобы было легче найти то, что вы хотите посмотреть. То есть тут есть все сезоны Пиксельмона, первый, второй, третий сезон. Тут есть прохождение игр, но пока что мы прошли только Sniper Elite 3. Тут есть игра по интернету, но пока что мы играли только в Battlefield 4. И тут есть мини-игры, все мини-игры, которые мы играли. Но я думаю, что потом еще можно будет поиграть в мини-игры. Ребята, опрос, небольшой опрос такой, то что. Типа, мы прошли Sniper Elite 3, да, мы же его прошли. Но, ребята, мне хочется проходить больше игр. То есть, не только играть в Pixelmon. Зачем играть в Minecraft, только в Minecraft, когда у тебя такой компьютер, что может потянуть, не знаю что. Играть только в один Minecraft, это тоже странно, согласитесь, ребята. Поэтому, ребята, я делаю такой небольшой опросик. Пожалуйста, не надо говорить, что не надо другие игры, не надо мини-игры, не надо Battlefield, не надо ничего другого. Давай только Minecraft, давай только Pixelmon. Ребят, давайте просто-напросто, я сейчас у вас спрошу, что вы хотите, чтобы в какие игры мы бы играли. Например, пока что еще таких игр никаких не вышло, которые выйдут осенью. Например, осенью можно будет поиграть в ту же GTA 5 на компьютере, в тот же Far Cry 4, в тот же Assassin's Creed Unity, в те же новые игры, когда осенью просто-напросто, всегда осенью выходит куча всяких игр, и не каких-либо игр, а действительно офигенных игр, ребята. Поэтому пока что игры, которые еще, в принципе, толком не вышли. Например, мы сейчас прошли Sniper Elite 3, да, Sniper Elite 3 вышел. Мы приблизительно через 2 недели, 3 недели его уже прошли, так как не каждый день я выкладывал видео с Sniper Elite, так как, в принципе, не все любят его, не все любят проходить игры, можно сказать. Поэтому, в принципе, ребята, вышла недавно игра Sacred 3. В принципе, офигенная игра, я думаю, ее пройти, если вы согласитесь, если вы хотя бы за какое-то небольшое разнообразие, ребят, если вы за разнообразие, то ставьте палец вверх, потому что действительно разнообразие тоже, можно сказать, главное, да, чтобы не только одно и то же. Например, да даже не те же новые игры, а, например, даже ту же игру, которой там уже год-два, например, Diablo 3, да, а просто-напросто охрененная игра, я ее уже раз прошел. Если вы хотите, чтобы мы ее прошли, ставьте лайки, мы ее сможем пройти. Я, конечно, понимаю, что не все люди будут за. Ну, большинство людей просто-напросто скажет, нафиг игры, давай Pixelmon. Но я думаю, что тоже найдутся люди, которые меня понимают, которые со мной согласятся, которые тоже скажут, зачем играть только в Майнкрафт, когда комп может потянуть самые новые игры, можно и так сказать. Поэтому, ребята, например, ту же Diablo 3, да, давно вышла, но все же, если вы фанат других игр, если вы хотите со мной пройти какие-то игры, пишите в комментарии. Например, ту же Devil May Cry, я тоже ее уже прошел, и игра просто мне нереально понравилась. Я, конечно, понимаю, что игре там 2-3 года уже, но просто игра действительно офигенная. Не только проходить те игры, которые выходят, да, можно проходить и те игры, которые уже вышли, пока нету новых игр. Например, еще есть какая-то игра, которую я хотел сказать. Например, Walking Dead, да, там, ну я не знаю, какой это жанр игры, но там как бы выбирать, да, действие нужно, и все зависит от твоего выбора. Ну, короче, там, где сезоны выходят, эпизоды, я не знаю, если вам нравится эта игра, то, в принципе, можно ее будет пройти, ребята. Делаю это для того, чтобы у вас спросить ваше мнение, чего вы хотите, чтобы не только Pixelmon, не только Minecraft. Потому что играю я в какие-то другие игры. Есть люди, которые пишут, не надо другие игры, давай Pixelmon. Играю я в какие-то мини-игры, не надо мини-игры, давай Pixelmon. Играю я по интернету в какие-то другие игры, например, Battlefield 4. Не надо Battlefield 4, давай Pixelmon. Играю я даже в тот же Minecraft, но с какими-то другими модами, в жопу другие моды, давай Pixelmon. Я, конечно, ребята, все понимаю, но я надеюсь, что найдут мои, как бы, те люди, которые меня тоже могут понять, которым не только Pixelmon, а можно и проходить какие-то другие игры иногда. Поэтому, ребята, такой небольшой опросик, какие игры вы хотите, чтобы мы с вами проходили. И
Хотите ли, чтобы мы прошли, например, тот же Diablo 3, Devil May Cry, чтобы Sacred 3 мы проходили? Короче, игры, которые выходят и которые действительно офигенные. Ребята, в принципе, это все, что я хотел сказать. Надеюсь на ваше понимание, что вы тоже со мной согласитесь. Ставьте лайки, всем спасибо за просмотр. И всем пока, всем удачи, всем пока.